Пружина, поршневая, винтовка Байкал, МР-512С-01. Интернет-магазин «Попади в десятку». Тыльник ее приклада, сам приклад и цевье пластиковые. У приклада есть симметричный подщечник. На цевье и рукояти выполнены насечки. Автоматический предохранитель находится в спусковой скобе. Целик регулируется по двум осям, а мушка защищена кольцом. Дополнительную оптику можно поставить на металлическое крепление «Ласточкин хвост». У винтовки витая пружина, которую можно заменить на более мощную. Взводится она переломом нарезного ствола, а стреляет свинцовыми пульками калибра 4,5 мм. Пневматика, охолощенное оружие, самооборона, луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и страницу ВКонтакте.